Здравствуйте, уважаемые телезрители, с вами рубрика «Афиша». Представляем вашему вниманию новости культурной жизни курортного района на предстоящей неделе. Отдыхаем интересно и будь всегда в курсе событий. Иван живет обычной жизнью, полностью доволен своей офисной работой и ничего не хочет менять. Но приключения сами его находят, и он вдруг оказывается в сказочной стране среди Кощея, Бабы-Яги и Василисы. Смотрите в кинотеатре «Курортный» на площади Свободы, дом 1, комедию «Последний богатырь», и вы узнаете, сможет ли обычный офисный клерк стать настоящим героем. Категория 6+, и приятного просмотра. 4 ноября в 12 часов в Зеленогорском парке культуры и отдыха на площадке перед танцевальным павильоном состоится праздник. В рамках фестиваля «Хороводы России» вас ждут игры, танцы, хороводы. Приходите, ведь хоровод единства объединяет людей разных традиций, культур и мировоззрений. Вход свободный. Финал ежегодного фестиваля эстрадной песни «Доброе утро» состоится 4 ноября в Доме культуры и творчества поселка Песочный. Фестиваль посвящен Дню народного единства и с каждым годом становится все популярнее. В этом году зарегистрировалось 80 участников, из них 31 прошли финал. Приходите поддержать юные таланты и поболеть за своих. Начало в 14 часов и вход свободный. Еще одно интересное мероприятие, посвященное Дню народного единства, состоится 4 ноября. Музей-усадьбе Ильи Ефимовича Репина «Пенаты» в рамках акции «Ночь искусств» под девизом «Искусство объединяет» подготовлен международный проект. Выставка, где представлены совершенно разные по виду и способу выполнения уникальные произведения художников Америки и России, будет работать с 10:30 до 21 часа. Приходите, здесь каждый отметит не только оригинальное видение мира, но и профессиональное мастерство и талант создателя. Вход свободный. А вы сможете вокруг света без обратного билета? Хочу в дорогу и как подготовиться, на эти вопросы вам ответит Светлана Муртазина, молодая путешественница, которая в одиночку путешествует по всему миру. Встреча с путешественницей состоится 5 ноября в 15 часов в библиотеке имени Михаила Зощенко по адресу улица Токарева, дом 7. Вас ждут интересные истории и практические рекомендации. Категория 12+, и вход свободный. А у нас все. С вами была рубрика «Афиша» и я, ее ведущая, Ольга Леницкая. До встречи через неделю. Пока-пока.